Погрузиться в углубленное изучение физики, математики, химии, представить себя уже в роли студентов Пермского политеха. Тем более, когда до выпуска из школы остается чуть больше года. Такой шанс получили школьники из Березняков. Например, учащийся инженерного класса Петр Каменский будет выбирать технический вуз, где обучают на энергетика. И участие в проекте «Инженерные каникулы» только подтвердили его намерения. Я больше всего запомнил про электротехнический факультет. Ну, во-первых, потому что там как раз есть направление электроэнергетика, которое подходит мне. А еще там учился и закончил этот факультет мой папа. В течение недели старшеклассники участвовали в профессиональных пробах, знакомились с факультетами и вместе с преподавателями вузов много времени посвящали приоритетным для них предметам. Внимание школьников также привлек механико-технологический факультет. Я отталкивалась от того, что я увлекаюсь физикой. И это самое привлекательное и интересное направление для меня. Показали старшеклассникам из Березняков и оборудование, которое применялось компанией «Уралкали» для спуска и подъема людей ранее. Сейчас оно находится в учебном классе горно-нефтяного факультета. Сама машина, она полностью имитирует эту работу. То есть вот я подал напряжение на привод, включил маслостанцию для возможности расторможения машины. И, соответственно, запускаю машину и растормаживаю для возможности ее работы. Взаимодействие с вузом и возможность десятиклассникам пожить студенческой жизнью станут важным этапом в их самоопределении, вовлечении в выбранный профиль, считают учителя школы. В свою очередь, в привлечении молодых кадров заинтересованы крупнейшие работодатели региона. Именно для этого компания «Уралкали», входящая в группу «Уралхим», реализуется проект «Инженерные классы». Мы первый год в программе этой участвуем, а вообще очень, я думаю, что очень полезно, потому что можно и выбрать, да, факультет. Когда, например, я училась, нас не возили по разным институтам, а здесь можно прямо и с преподавателями познакомиться, определиться, хочу я здесь учиться, не хочу. Сейчас в проекте «Инженерные классы» участвуют учащиеся старших классов трех школ Березняков и Соликамска. Кроме посещения вузов, будущие инженеры во время экскурсии по предприятию «Уралкали» увидели реальное производство, основанное на сложных современных технологиях.